краснодарском цирке состоялась грандиозная премьера королевского цирка «Гейрадзе». Это перформанс, меняющий взгляд на цирк «Бал короля», на который съехались африканское племя, шимпанзе, дикобразами и ламами, русские молодцы-акробаты и гладиаторы в компании львов, предстающие перед зрителями словно в Колизее. Мы привезли сюда лучший проект нашей страны, королевский цирк. Очень много животных, колоссальное количество костюмов, очень много артистов балета. Это некий синтез эстрады, цирка, мюзикла. Это не совсем классический цирк, как вы всегда привыкли это видеть. Это именно спектакли, это не просто цирковые представления. А еще это тонны декораций, труппа из 120 человек. Такой масштаб и экзотичность уже очаровали кубанцев. Очень интересно. И понятно, наверное, интересно будет любому возрасту. И такому, и такому. А тебе больше всего что понравилось? А мне понравилось, как выступали акробаты. Зебра и дикобраз. Королевский цирк будет выступать в Краснодаре каждые выходные до 22 апреля.